Итак, мои дорогие друзья, у нас продолжается. Первое блюдо уже все съели, вы видели только что видео. Кто видел? Вот последнее видео, смотрите. Смотрите, вот там сверху будет стоять ссылочка на это видео, которое вы только что видели. Кто не видел еще, посмотрите, очень предыдущее видео. Второе видео мы не знаем сейчас, что у нас будет. Второе и третье будет ассорти. Ассорти? Горячее. Армянской кухни. Пожмажик, хашлама с белым соусом. Фирменное местное заведение. Вау. Будет. Звучит, ну, вообще обалденно. Звучит невыговариваемо. А кто может сказать быстро это блюдо? Джиджик. Джиджик. Ты же вожик. Ты ближик, да. Армянская фамилия шестигласная. Макарчан. Да. Чижик-пыжик, все. Нет, ты присылал в конце блюдо вот это жижик. С луком. А то у нас говядина. Блюдо называется тежвежик. Обычно русское слово. Тежвежик. Так. Вот это хашлама. Хашлама. Хашлама in white sauce. В Ереване. Хашлама in white sauce. Хашлама. Ереване. Хашлама. Хашлама, да? Итак, дорогие друзья, мы все покушали. Объелись, да? Вообще, да? Реально. Понравилось? Очень. Очень вкусно, вообще. Очень сытно, вкусно. Очень аппетитно. Нереально. Да. И у нас продолжается дальше. Кулинарные путешествия. Сейчас едем домой. В баньку. Через банный комплекс. Через банный комплекс сейчас едем домой. В баньку. Аксессуары. Бассейн. И отдыхаем просто.